Друзья, всем привет! Меня зовут Полина Кагелева, я дипломированный ароматерапевт, и я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Сегодня я бы хотела рассказать об одном эфирном масле, которое очень хорошо помогает снимать внутренний контроль, снимать тревожность, снимать напряжение, быть в таком расслабленном состоянии, в состоянии такого максимального женского расслабления. Сегодня я хочу познакомить вас с эфирным маслом Иланг Иланг. Это масло цветочной женской группы. Оно по своим свойствам очень уникальное, очень красивое, очень расслабляющее. Это достаточно сильный релаксант. Это то, что может расслабить, поможет отпустить мысли, поможет снять контроль. И при этом снять контроль как с физического тела, так и с наших мыслей и с эмоционального состояния. Это прям такая женская группа, женское эфирное масло, которое еще к тому же работает и с нашим женским состоянием. Помимо того, что расслабляет нашу нервную систему, расслабляет физическое, эмоциональное, ментальное состояние. Иногда есть какая-то фоновая тревожность, так скажем, фоновый контроль, когда ты продолжаешь в своей голове крутить определенные мысли и контролировать различные ситуации. Мы настолько привыкаем все контролировать, что этот контроль становится таким фоновым нашим состоянием. То есть мы даже забываем, что иногда можно и расслабиться, что естественное наше женское состояние – это состояние расслабленное. И здесь я даже больше говорю не про состояние инфантильности, а про состояние расслабления, когда ты доверяешь тому, что все вокруг тебя складывается самым наилучшим образом, что все пространство, оно для тебя. И все вокруг тебя поддерживает. Эфирные масла – это тот инструмент, который работает с нами здесь и сейчас. Это то, что в настоящий момент может нам помочь, нас поддержать и позволяет нам доверять своим чувствам, доверять своим ощущениям. И сегодня я бы хотела рассказать вам об эфирном масле Иланг Иланг и о том, какими свойствами оно обладает, как может поддерживать и помогать в жизни. Когда вы его применяете, наносите на себя, вдыхаете, включаете в аромадиффузор. Аромат может раскрываться совершенно по-разному. Он может вам не нравиться во флакончике, когда вы его вдыхаете, но когда вы его включаете, например, в аромадиффузор или даже наносите на себя, то когда эфирное масло соединяется с телом, разбавленный с базовым маслом, аромат становится немножко другим. И такой аромат может вам больше нравиться, чем аромат из флакончика. Но если у вас вообще не принятие к эфирному маслу Иланг Иланг, вам оно не нравится, наносить на себя не хочется, то в это, конечно, можно посмотреть, потому что когда мы не принимаем какие-то ароматы, мы не принимаем какие-то эфирные масла, соответственно, мы какую-то сферу жизни, какую-то тему для себя не принимаем. То есть телу не нравится аромат, тело сопротивляется и не хочет смотреть в эту сторону, в эту тему, в эту сферу жизни. И если вам не нравится эфирное масло Иланг Иланг, то в тему женственности, тему очень сильного тотального контроля можно посмотреть, позволяете ли вы себе в жизни расслабляться и отпускать контроль. И, конечно же, такая аромадиагностика, да, отклик нашего тела на ароматы проводится не только на одном аромате. Здесь важно смотреть из базового набора эфирных масел ваш отклик тела, то, что вам нравится, не нравится, и из этого уже делать выводы. Поэтому я вам рекомендую из-за одного эфирного масла, из одного аромата, который вам не нравится, не делать какие-то выводы в отношении какой-то сферы жизни. Иногда нам просто что-то нравится и просто что-то не нравится. Но если смотреть в это как отклик и реакцию нашего тела, да, сам факт, что тело, состояние лимбической системы мозга начинает подключаться, весь гормональный фон женский. И важно и интересно посмотреть, почему мы принимаем женские ароматы, почему мы их не принимаем. То есть здесь это такая очень интересная и глубокая работа с самой собой. Это
такое самопознание через эфирные масла. Когда ты становишься ближе к себе, ты понимаешь и чувствуешь себя намного больше. Я, так скажем, люблю идти через такие методы, которые, так скажем, из любви. То есть применять то, что мы любим, то, что нам нравится, применять те методы, которые принимают наше состояние и то, что нам нужно в данный момент. При применении эфирных масел, в данном случае эфирного масла Иланг-Иланг, тело расслабляется на физическом уровне. Это очень хорошее и сильное состояние релаксации. И из этого состояния совершенно другие решения, совершенно другой взгляд на жизнь. И именно эфирное масло Иланг-Иланг дает состояние такой гибкости и пластичности ума. Можно достаточно быстро, но очень качественно и в таком правильном использовании и применении добираться до своего бессознательного и менять наши реакции и наше состояние на новое, потому что из именно нового состояния получаются новые результаты. Я не говорю про то, что Иланг-Иланг, да, решит все вопросы. Здесь очень важно смотреть то, что подойдет именно вам. И, соответственно, у разных эфирных масел разные свойства. И для вашей задачи у вас может быть свое определенное эфирное масло, которое справится с вашей задачей. Сегодня я больше разбираю такое психоэмоциональное воздействие эфирного масла Иланг-Иланг. Но, конечно, стоит сказать, что по его свойствам оно очень хорошо подходит для заботы о волосах, укрепляет волосы, поддерживает структуру волос. И также Иланг-Иланг очень часто используют в косметике, используют в кремах, применяют для различных массажных техник, то есть в массаже, разбавляя с базовым маслом. Также эфирное масло Иланг-Иланг – это афродизиак. Его можно использовать вечером, использовать дома, оно будет очень хорошо расслаблять и создавать очень классную такую романтичную обстановку. Иланг-Иланг – это масло такой пластичности, мягкости, чувственности, и, конечно, это очень сильно влияет как на вас, так и на отношения. Это влияет на вашу внутреннюю энергию, ту энергию, которую вы излучаете. На самом деле, именно тогда, когда мы расслаблены, наша внутренняя энергия течет легко. У нас нет каких-то блоков и зажимов в теле. Можно также эфирное масло Иланг-Иланг взять в практику работы с собой на 21 день и сделать для себя такой режим перезагрузки и обновления, и посмотреть на те изменения, которые начнут происходить в первую очередь в вас самих. И когда изменения происходят внутренние, внутри вас, внешнее начинает подстраиваться. И мы получаем очень большой заряд творчества, заряд сил, женственности, сексуальности. Такой женской энергии нас может в жизни очень много чего отвлекать. Мы можем продолжать все контролировать, да, решать какие-то важные задачи и вопросы. Но иногда можно внедрить в свою жизнь, например, вечернюю практику на 5-7 минут, где вы просто расслабитесь, заземлите свое состояние, где вы нанесете на себя Иланг-Иланг и совершенно из другого состояния, со спокойными мыслями, ляжете спать и настроите свой мозг и свой организм на нужное вам состояние. И утром, проснувшись, вы проснетесь уже из другого состояния, потому что то, что мы загружаем себя перед сном, и почему важно не залипать, например, в телефоне перед сном, потому что это все то, что мы загружаем в свой мозг, все то, что мы загружаем в свою систему, в свой организм. И вот эта практика соединения с собой через эфирные масла перед сном на самом деле очень хорошо настраивает как на сам сон, так и на утро следующего дня, из какого состояния вы утром проснетесь и пойдете в новый день, какие решения вы будете принимать, из какого состояния вы будете это делать. Поэтому эфирные масла очень классный инструмент, так скажем, познания себя для того, чтобы больше себя понимать, быть ближе к себе, чувствовать больше свое тело и отклик своего тела. Мы всегда на самом деле знаем, что нам нужно сделать, какой наш следующий шаг. Просто очень много лишних мыслей
лишней информационной такой энергоструктуры к нам прилипает, от которой важно, так скажем, вовремя отделяться и находить ту целостность внутри себя. В общем, эфирное масло иланг-иланг — это потрясающий инструмент для расслабления, для релаксации, для такого женского, пластичного, сексуального состояния, для состояния снятия контроля и тревожности. Это прекрасный афродизиак. Это то, что помогает быть в состоянии контакта с самой собой. И из этого контакта с самой собой ты знаешь, что для тебя будет лучшим следующим шагом. Эфирные масла — это то, что меняет ваше состояние в моменте. Это тот инструмент, который может переключать на нужное состояние. Знаете, как работает аромат? Именно с иланг-илангом я это замечаю. Сейчас я ощущаю такую тотальную расслабленность в теле. То есть я как будто даже вот хочу просто вот так вот сесть. То есть мне хочется просто расслабиться. Я даже чувствую расслабление в руках, и это очень приятное чувство. Когда ты отпускаешь мысли, отпускаешь контроль, и даже сейчас в процессе, когда я это говорю, ко мне пришла одна мысль, которую я хочу реализовать. И я вот прямо сейчас ее запишу и реализую. Я вам искренне желаю соприкоснуться с эфирными маслами, прям начать идти в контакт с самой собой. Это совершенно из другого ощущения, контакт в целом с миром происходит. Ну что, друзья, спасибо, что посмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если что-то вам отозвалось, или у вас есть какие-то вопросы, есть какие-то темы, которые было бы интересно обсудить в следующих видео, я с удовольствием все читаю, с удовольствием отвечаю. Всем пока!